60-е годы, 19 век, бедный район Петербурга, примыкающий к Сенной площади и Екатерининскому каналу. Летний вечер. Бывший студент Родион Романович Раскольников устал от своих проблем, долгов и жизни в целиком. Он получает из провинции письмо от матери с описанием бед, перенесенных его младшей сестрой Дуне в доме развратного помещика Свидригайлова. Он узнает о скором приезде матери и сестры в Петербург в связи с намечающимся замужеством Дуни. Размышляя о жертвах, которые приносят ради близких Сони и Дуня, Раскольников укрепляется в намерении убить процентщицу, никчемную злую вошь. Ведь благодаря ее деньгам от незаслуженных страданий будут избавлены сотни, тысячи девушек и юношей. И все же Раскольников убивает топором не только гадкую старушонку, но и ее добрую, кроткую сестру Лизавету, неожиданно вернувшуюся в квартиру.